Друзья, всем привет! И сегодня будет такое вот маленькое небольшое видео в плане грима на Хэллоуин. Ну, возможно, это простой вариант, хотя не совсем это простой вариант. Это уйдет, ну, как минимум часа два. Так что? Как сделать грим черепа и костей на Хэллоуин? На Хэллоуин из теней для глаз. Из теней. Без профессионального мейкапа. Абсолютно. Без профессионального. Все тени, все инструменты, которые здесь находятся. Так что, погнали! Thank you.
Закончили. Я просто себя еще не вижу. Я думаю, там будет круто, а на камеру там не видно себя. Вот. Так что отписывайтесь. Кстати, если вам это интересно, как я сделаю эти полосочки приблизиться к камере. Эти полосочки я делала не тенями. Тенями, видите, я делала тени. А эти полосочки я делала этим, подводка для глаз, стрелочки делать. Такая штучка, я сейчас покажу. Она очень крутая. Вот такая. Она идет сразу с палочкой. То есть кисточка, она туда промакивается. И тын-тын.